Москве прошла премьера мюзикла «Сколько стоит любовь». При этом в некоторых городах России его запретили к показу. Постановка не прошла цензуру полиции нравов. Ходили слухи, что «Сколько стоит любовь» — просто бессмысленный набор эротических этюдов с полным раздеванием актеров. Татьяна Якушенкова увидела все своими глазами и составила свое мнение. Ради премьеры «Сколько стоит любовь» столичный рок-клуб превратили в будуар. Красный бархат, золото, обнаженная скульптура. В ожидании начала гости перешептываются. Что же там за плотным занавесом? Ведь чиновники из регионов назвали мюзикл порнографическим. По меньшей мере, так написано. Я придерживаюсь такого мнения, что если не хочешь что-то видеть, закрой глаза. Вот. Или выключи телевизор, да. Поэтому на сегодняшний день огромный выбор. Можете смотреть канал «Культура», можете смотреть там, да. Но почему-то все смотрят «Каникулы в Мексике», потому что это людям интересно именно из-за того, что там секс, жизнь и что-то настоящее происходит. Организаторам эти разговорчики только на руку, ведь, как известно, запретный плод самый сладкий. Многие гости уверены, все эти слухи – самый банальный пиар. Думаю, что ничего там такого нету, ничего там цензурировать не нужно, но я буквально посмотрел вот программку сейчас «Для взрослых плюс 16». Вот, они не знают, что мне-то 15, поэтому меня пустили. Просмотрели на входе и еще одну гостью младше 16. Юная Александра пришла на премьеру вместе с мамой. О том, что у мюзикла сомнительная репутация, звездная родительница не в курсе. Я сейчас с дочкой, меня напугали. Может быть, нам уже пора валить отсюда, я не знаю. Мне сказали, что все будет очень красиво, эстетично и без всякой порнографии. С первых же минут стало понятно, действительно красиво. Невероятные костюмы, акробатические трюки и, конечно, музыка. Микс минуэта и гоу-гоу – история любви столичного стриптизера и богатой девушки. Пока она платит, он с ней. Как только деньги у нее заканчиваются, появляется новая обеспеченная клиентка. А от любви ничего не остается. Не хватай за хвост удачу, любезностями без дачи. Сколько стоит любовь? Вопрос без ответа. А вот сколько будет стоить билет на «Сколько стоит любовь» уже известно. От 2 до 10 тысяч рублей. Мюзикл собираются перевести на английский, и он поедет на гастроли в либеральную Европу. Посмотрели до конца, но так и не узнали, сколько стоит любовь. Совершеннолетние Татьяна Якушенкова, Василий Алешин, Николай Кузьменко, Ньюсблок, МТВ.